Дорога в аэропорт Махачкалы, а точнее новость о припаркованном на ее обочине самолете, стала самой обсуждаемой в соцсетях Дагестана. Видео с пассажирским Ту-154 на Каспийской трассе обросло сотнями комментариев. Выдвигались самые разные предположения появления воздушного судна на дороге. Автомобилисты даже приняли происходящее за аварийную посадку самолета. Но, как выяснилось, события не развивались по сценарию голливудского блокбастера, а самолет был вывезен из аэропорта к месту установки нового постамента. По задумке властей, это будет своеобразный памятник российской авиации.